60 секунд для расслабления поясницы. Если вы чувствуете часто скованность, неприятные ощущения в спине, то это видео для вас. Добавьте эту позу в свою ежедневную практику. И просто даже делайте ее вечером после рабочего дня, и вы будете чувствовать себя значительно лучше. Становимся на четвереньки. Ладони под плечами, колени под бедрами. Вдох и с выдохом таз назад, руки вперед, поза ребенка. Поднимитесь вперед за руками, назад за тазом. И дышите, дышите. Вдох медленный, медленный расслабляющий выдох. Шея расслаблена, спина вытянута. Дышите так на протяжении минуты. Каждый выдох направляйте мысленно в область скованности, в область поясницы. А затем медленно, круглой-круглой спиной выходите из положения, провернув плечи и вытянувшись вверх за макушкой. Если вы хотите всегда испытывать, ощущать свободу движений, легкость в теле, то обязательно пройдите под видео, по ссылочке, тест-диагностику. Абсолютно бесплатно вы получите план, как вам дальше быть, чтобы быть здоровым, стройным, кстати говоря, и не иметь неприятных ощущений в спине. Увидимся с вами в следующих видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны, чтобы не потерять меня. Пока!